Симферопольская администрация привела в порядок городскую спортивную школу номер 3. Последние 45 лет она не знала капитального ремонта, но теперь все внутренние помещения благоустроены, а крыша больше не течет. Здание, в котором расположилась школа, построили еще в конце позапрошлого века, а потому ему требуется особый уход и даже серьезная перепланировка. Больше всего это относится к обустройству душевых и туалетов. Раньше уборная находилась на улице в 70 метрах от основного здания. Сейчас рабочие заканчивают строительство полноценного санузла. Отопление и энергоснабжение теперь тоже работают в штатном режиме. В планах также оборудование спортивной площадки во дворе образовательного учреждения. Всего на капитальный ремонт спортивной школы номер 3 симферопольская администрация выделила около 12 миллионов рублей. Подобные работы ведутся и в других школах города. Например, в 2022 году власти будут реконструировать бассейн 4-й школы.